У Трампа родился 9-й внук. Эрик Люк Трамп родился утром 12 сентября. Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в 9-й раз. Об этом сообщил его сын Эрик Трамп в своем Твиттер. Лара Трамп, жена Эрика Трампа, ред. И я счастлива сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8:50 сегодня утром, 15:50 по Киеву, написал Эрик Трамп. Президент США поздравил сына и его жену с рождением мальчика. Поздравления Эрику и Ларе с рождением их сына Эрика Люка Трампа этим утром, написал он в Твиттер. До сегодняшнего дня у Дональда Трампа было 8 внуков, 5 от сына Дональда Трампа младшего и 3 от дочери Иванки Трамп. Как сообщал корреспондент Нет, дочь президента США Иванка Трамп, самый популярный сотрудник Белого дома, согласно совместному опросу компании Morning Consult и издания Politico, 46% респондентов положительно оценивают дочь Трампа, которая в марте 2017 года стала официальным сотрудником Белого дома США. По материалам сайта Newsgro.com.